Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой скрипт для Weapon Fighting Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылка на чит и скрипт, естественно, будут, как всегда, в описании. Смотрите, для того, чтобы заинжектиться, нам нужно нажать на кнопочку Inject. Вот здесь она находится. Нажимаем на нее. И ждем, пока мы автоматически заинжектимся. Все отлично, у меня получилось это сделать. Смотрите, значит, у кого не работает Inject, заходим вот сюда в настройки. И здесь выбираем версию инжекта. Здесь есть две версии. 2.0 и вот другая версия. То есть пробуйте, с какой у вас получится, такую версию и используйте. Так, теперь вставляем сюда скрипт и нажимаем Exclude. Все отлично, вот он появился. В принципе, функций здесь немного. Ну, давайте, в принципе, начнем с автофарма. Но перед этим давайте я еще выбью один меч, чтобы у меня полностью они были забиты, слоты. Вмещается, получается, 4 меча, то есть можно одеть. Вот этот меч мне, кстати, дали за то, что я вступил в группу. В принципе, можете тоже вступить, и вам дадут вот такой меч на 35 сил. В принципе, довольно сильный. Так, значит, здесь, где фарм тейп, выбираем mid HP, то есть это самая маленькая... Самые маленькие жизни, точнее, у вот этих, получается, тренировочных досок. Так, потом выбираем вот здесь арену. У меня пока что вот только первая арена открыта. И нажимаем на кнопку Start Farm. Все, мы тпхнулись, и автоматически начинается ломаться вот эта вот доска тренировочная. Гемы прибавляются. Отлично, как видите, это работает. Так, давайте пока что выключим. Интересно, он сейчас остановит фарм или нет? Давайте посмотрим. Да, все, фарм остановил. Отлично. Так, и давайте зайдем в Music. Здесь есть также кнопочка Free Game Pass. Нажимаем на нее. И получаем бесплатные геймпассы. Давайте посмотрим, какие мне дались. Как видите, абсолютно все геймпассы мне выдались бесплатные. Но, возможно, какие-то работают, какие-то нет. Также здесь у меня открылся телепорт. Раньше я его открыть не мог, но сейчас я могу тпхаться. Телепорт, как я понял, у меня сейчас не работает, потому что у меня всего лишь одна локация. Нужно, получается, больше, чтобы телепортироваться. Также здесь у меня, кстати, есть буст. Давайте активируем. Получается x2 гемы на 20 минут. Все отлично, активировали. И теперь давайте опять попробуем включить фарм. Только уже включим, допустим, на high HP. То есть на большой... На большие жизни. У вот этих вот досок, блин, не знаю, как они там называются. Ну, вот эту мы очень долго ломать будем. Давайте остановим. Также здесь есть еще третья функция. Это получается... Он будет ломать абсолютно все вот эти вот тренировочные... Доски или деревья, не знаю, как для вас правильно это называется. Ну ладно. Получается, к какой доске тренировочной или бревно, или дерево мы, короче, стоим близко, то он начинает фармить, получается. В принципе, вот эти вот желтенькие можно фармить. У них жизней довольно мало. В принципе, на фарм уходит довольно мало времени. И посмотрим, сколько мне сейчас дадут с этого гемов. Ну, не особо, конечно, много дают, но... В принципе, накопить 5000 вполне возможно за... Ну, минут 5, может быть. Тут еще просто прокачка идет не совсем быстрая. Скорее всего, это специально сделано, чтобы завлекать игрока. И чтобы он подольше поиграл в этот режим. Скорее всего, дальше фарм у нас уже пойдет намного быстрее. В принципе, ну, довольно быстро ломаем, может быть, секунд 30 уходит, это нормально. Значит, также есть кнопочка Collect Reward, давайте включим. Так, вроде бы у меня ничего не собралось, но, как я понял, получается, эти награды находятся вот здесь. Их я уже собрал, естественно, второй раз я собрать их, к сожалению, не могу. Также, к сожалению, в этом скрипте нет, получается, автооткрытия. Но зато здесь есть геймпассы.
Давайте попробуем нажать на мульти. Не знаю, сработает или нет. Вроде бы не работает. А, или оно уже работает, только не сюда нужно нажимать, а на Е. Так, ну, к сожалению, как видите, X-ray открытие у нас не работает. Хотя геймпас написано то, что есть. Но зато у нас есть автооткрытие. В принципе, они работают, вроде бы. Да, автооткрытие работают. Отлично. Кстати, мечи довольно неплохие выпадают. Мне даже, по-моему, легендарный выпал. Давайте посмотрим, насколько он урона. Так, заходим. Ну, в принципе, послабее, конечно, чем вот этот групповой, но... И так хорошо, в принципе, сойдет. Также можно делать фьюз. Давайте попробуем. Значит, выберем вот этот молот. Так, и что дальше? А, все, я понял. Короче, смотрите, получается, лучше, я думаю, молот выбрать на фьюз. И выбрать вот эти вот ненужные мечи. Плюс 2 урона прибавится. В принципе, нормально. Так, вот фьюз. Yes. Все отлично. Получилось. Так, давайте здесь гемы соберем. Ну, как я понимаю, копить 5000 гемов для новой локации сейчас будет довольно долго. В принципе, вот такой скрипт у нас. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Также, получается, есть кнопочка «Скрыть имена». То есть вот эту вот гуишку, которая над вами находится. Давайте нажмем. Все, как видите, она пропала. Также здесь есть скорость. Давайте сделаем себе побольше скорости. Как видите, тоже работает. Так, давайте проверим прыжок. Прыжок у меня сейчас вот такой. Делаем на максимум. И остается таким же. Получается, функция эта не работает. Ну, в принципе, здесь, я думаю, прыжок и не нужен. Самая главная скорость уже хорошо. Также кнопочка антиавк. То есть теперь получается, по истечении 20 минут вас кикать не будет. То есть, если бы вы не нажали эту кнопку, то, скорее всего, вас уже кикнуло бы с игры. А теперь уже можно сидеть, то есть отойти от компьютера там на час целый, и у вас не должно вылететь. Надеюсь, эта функция работает. В принципе, довольно крутая. То есть, можно включить автофарм и уйти по своим делам. И к этому времени, пока придете, у вас довольно много гемов накопится. Так, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Что это за буст? Получается продажа дропа на x2 шанс на 10 минут. Ну, давайте активируем. Значит, включаем автофарм. Посмотрим. То есть сейчас, получается, у нас будет шанс на выпадение x2 гемов, как я понял. Если это так работает. Ну-ка. Ну, по-моему, побольше дали. Раньше я ломал, давали по 80, а дали сейчас 120. Скорее всего, этот буст работает. Так, ладно, давайте выключим. И посмотрим здесь, что еще есть. Так, здесь какие-то способности есть, но, к сожалению, способностей, как видите, у меня нету. Это я не могу открыть. Здесь трейды, да. Ну и, в принципе, все. Больше здесь ничего нету. Ну ладно, в принципе, буду заканчивать. Вот такой довольно прикольный скрипт я нашел для вас. Также напомню то, что все ссылки будут в описании. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.